Из того ли-то города, из Мурома, из того села до Скорочарова подъезжал богатырь Илья Муромец ко славному ко городу, к Чернигову. У того ли города Чернигова нагнано-то вражьей силушки, вражьей силушки черным черно. Побил Илья эту силу великую. Отворились ворота во Черниговград. Выходили мужички, да тут черниговские. А и зовут Илью в Чернигов воеводою. Говорит Илья таковы слова. Ай же, мужички, да вы черниговские. Не пойду я в Чернигов воеводою, тороплюсь я во славный Киевград постоять за землю, за русскую, за вдов, за сирот, за бедных людей. Ты гой еси, добрый молодец. Ты какого же роду племени? У тебя лицо вроде русское, а одежка-то вся иноземная. Ах, невежа ты, деревенщина! Я тебя научу, не отецкий сын, понимать и различать, с кем ты встретился, с петухом или с ясным соколом, да и с самим ли Щурилой Пленковичем. О, Щурила, давай попротивимся. Только я обойдусь без сабельки. Обломаю себе прутик, веточку, чтобы как-нибудь острым лезвием не порвать ненароком петельку, не срубить ненароком пуговку и головку твою неразумную. Погоди, постой! Ты не бойся! Чурила Свет Пленкович! Не хочу я с тобою ссориться, а хочу спросить по-хорошему, где дорога лежит в стольный Киевград. А чего тебе, Илья Муромец, в стольном Киеве городе надобно? Или вздумал ты бездокладочно? Ты, мужик, простой, неотесанный, да в палаты пройти княжецкий, на почетный пир пированицы, самолично, незванно, непрошенно? Угадал ты, Чурила Пленкович, верно. Вздумал я бездокладочно заложиться за князя Владимира, постоять за землю русскую, самовольно, незванно, непрошенно. Вот они, две дороги до Киева. Прямоезжая и окольная. По окольной до Киева 1000 верст. По прямой-то всего 500. Только эта дорожка короткая заколодила, замуравила, потому что на ближней дорожке соловей-разбойник пошаливает, и выходит дорога дальняя
покороче и поспокойнее. Нет, голубчик, Чурила Светпленкович, мы с тобой, видать, не попутчики. Чарные, слетайте, собирайтесь, не мешкайте, скоро будет вам вороны угощенница. Чак-чак-чак, дурачок, чак-чак. Был силен, был храбер. Не примерившись, на меня попер. Мужичок, чак-чак, дурачок, чак-чак. Кто ты теперь? Покойничок. Киева осадил коня Илья Муромец. Где ж тут князь-то живет, Стальнокиевской? Я приехал к нему с подарочком. Только ехал-то я не кривым путем, а дорожкой прямохожей.